вождь мирового пролетариата и создатель Советской России. До сих пор Владимир Ильич Ленин вызывает множество противоречий, но с уверенностью можно сказать, что это была яркая и харизматичная личность. В 1887 году он поступил на юридический факультет Казанского университета, которому позднее, в 1925 году, присвоили имя революционера. Несмотря на то, что Ленину не удалось выпуститься, университет до сих пор хранит о нем память. Вот уже несколько поколений студентов вуза каждый день проходят мимо памятника Владимиру Ильичу. А гости КФУ с неизменным восторгом посещают лекционный зал, в котором проводил студенческие будни кремлевский мечтатель. В общем, Владимир Ильич навсегда связал свое имя с прославленным вузом.